нас давно педсовет начался. Где вы ходите? Так я же иду уже. Идет он. Товарищи учителя, я собрал вас здесь не случайно. К нам из Горано пришла директива о том, что у нас отнимают одно рабочее место. Поэтому давайте спокойно, интеллигентно решим, кто из нас покинет школу. Интеллигентно долго. Давай. Слушайте, а почему у нас трудовик постоянно в скотском состоянии? Давайте выгоним его. Я, конечно, понимал, что это быстро начнется, но чтоб так форсировать! Тихо-тихо-тихо! Я не понял! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Коллеги! Между прочим, труд сделал из обезьяны человека, а не какая-нибудь там алгебра с геометрией. Коллеги, перестаньте ругаться. Я давно хотел уволиться, и поэтому я подаю документы на увольнение. Здравствуйте! Вы преподаете у нас в школе историю, физику, химию, литературу, биологию, ведете 7 кружков, 12 факультативов. Я, конечно, понимаю, что вы главный кандидат на увольнение, но давайте мы уже как-то сами решим. Вы знаете, это может быть не мое дело, но может быть мы уволим одного из 7 преподавателей ботаники? Что? Это в тот самый момент, когда мы почти догнали Гарвардский ботанический колледж по количеству ботаников на 1 квадратный метр! И почти попали в книгу рекордов Гиннесса! И кого, интересно, вы хотите уволить? Может быть, Сергея Андреевича? А может быть, Дмитрия Андреевича? А может быть, похорошевшего после операции Антона Андреевича? Интересно, я понимаю, вы тянете свои ручки ко мне, к Андрею Борисовичу. Борисович, ну как вы могли подумать такое? Вы, у вас непререкаемый авторитет, 50 лет в школе, вы что, ну может быть просто не надо было на уроке биологии наглядно на себе показывать строение голого старичка? Куда нам теперь девать посидевший 6-й А? Давайте переименуем 6-й А в 6-й АГА! Предлагаю пройтись по профпригодности. Анна Михайловна, почему у вас на уроках английского дети изучают одну и ту же фразу «London is the capital of Great Britain»? А я давно уже прошусь на урок географии, как у меня написано в дипломе. Учитель географии! What? Who is it? I'm real geographic teacher. Леонора Клайдовна, Леонора Клайдовна, успокойтесь, никто у вас не отнимет вашу географию, ну. Really? Really. Okay, guy. Давайте уволим Бернштейна. Я так и знал. Я когда-нибудь доберутся до Бернштейна. Конечно, кого увольняет Бернштейна? Лучший учитель, кого увольняет Бернштейна? Один бухает, 7 ботаников, кого увольняет Бернштейна? Конечно, а кого еще увольнять? Бернштейна? Конечно, мы будем увольнять Бернштейна, конечно. Я этот антисемитизм не потерплю. Иванов, вы-то чего завелись? Не обидно просто, че он молчит, сидит? Бернштейн, скажи что-нибудь, я не знаю. Ну что я могу сказать? Ну что, ну я предлагаю уволить Иванова. Ты морда, ну, шидовка, ну, ты что за забыл? Что вы делаете? Здрасте. Пусть и позволяете. Вызывали? Коллеги, давайте прервемся. К нам пожаловал 40-классник Колобков. Что ж ты делаешь, Колобков, а? Извини, что на «ты» к тебе. Ты зачем на школьном дворе кошку закопал? 2 тебе по поведению. Так мы думали, что это крот. По биологии тоже 2. Не, ну, ямку выкопал за минуту 40, по физкультуре 5. Оградка крепкая, по труду твердая 4. Балл снял за то, что не вся оградка выполнена в романском стиле. В углу замечена готика. И поэтому
Скворцов, браво, крот, аминь, школа тверда, зарплата завтра. Давай. Коллеги, коллеги, ну сколько можно? Ну неужели мы, взрослые мужчины, не справимся с этим быдлом, а? Ну что? Ай, сцену одного! Давай! А ключи от школы у кого, а? Я вот завтра пойду и не открою школу. И что, будете в сугробе своими астролябиями швыряться там? Жиши на снегу желтенький писать будете тогда, а? А ты, физорк, у тебя же в минус 30, вон, губки-то примерзнут к свиску. И что, вечный старт, вечный финиш? Перестаньте паясничать, немедленно отдайте ключи. Чтобы я собственноручно порвал этот тонюсенький волосок, соединяющий меня с образованием. Хрен! Что? Хрен, я вам сказал. Если б не телевидение, еще б не так сказал бы человек. Разрешите, я скажу. Товарищи, мы, конечно, понимаем, что Сергей Аристархович неадекватен. Причем всегда. Но как человек, который за чекушку вспахает вам 10 соток, он же не заменил. Единственный вопрос. Сергей Аристархович, зачем вы детям на уроке труда показываете, как вам циркуляркой палец отрезало? Я не хочу, чтобы они повторяли чужих ошибок. Но не на каждом же уроке. Да господи, там осталось-то на 3 урока, ну. Ё-моё. Коллеги мне звонят, да. Да-да-да-да. Да вы что? Спасибо. Произошла чудовищная ошибка. Оказывается, у нас не отнимают, отдают еще одно рабочее место, представляете? Ну, вы что, серьезно? Да, боже вот мой. Так вот все разрешилось. Прощай, дружище, да, я же тебя не сознал. Простите, я все-таки ключ. Не поняла. А кому же мы отдадим это новое свободное место? Простите? Ну... Даля? Что вы говорите? Сын? Друзья, у меня родился сын. Еще один ботаник. Сейчас-то мы этот гарвардский ботанический сделаем.